И снова здравствуйте, с вами канал Рыбалка Севера. Друзья, 8 октября, снова на болоте, снова туман, рассвет. Но он, по-моему, стая летит сюда, сорвалась через туман. Надеюсь, что сюда. Отличненькое такое начало. Без стрельбы, конечно, но прям душа радуется, что гусь-то есть еще. И довольно так и неплохо его. Вчера целый день дождь был. Мы не ходили. Видимо, он тоже отдыхал. Его скопилось. И вот сейчас он, пользуясь случаем, рвет. Ну, туманище опять просто. Я думаю, это все нам плюсом будет. Один есть. Ну, это большой гусь. Вы видели, что он делает? Все, ариман. Все, друзья, добыл я его. О, один есть. Ох, красавец! Смотрите, как, с какой высоты он
какая высота, скорость была, что упал, смотрите, одни лапы торчат. Подводник, видать. Ох, еще и живой может быть. Потому что были случаи. Ох, морячок. Так, друзья, пойду я на охоте, на рыбалку. Вот сейчас подойдем сколько можно. И будем рыбачить. Гуська. Конечно, оттуда, с той стороны это получше, но далеко обходить. Попробуем сюда закинуть. Ёпарасоте. Кошку выкинул. Ё-моё, блядь. Вот это да. Оп, первый заброс у нас неудачный. Сами видели. Хорошо, веревочка осталась. Надо бы еще кошечку потерять. Сейчас мы сделаем по-другому. И кидаем кошку. Заново. Фух, что-то я это медленно в воду ухожу. Хопа! Эх ты! Чуть-чуть. Второй запрос мимо. Рыбак с меня никудышный. Сейчас третий заброс будет. Отличный. Опа. Где-то около. Не долетело. Третий. Опа. Ёпрсоты. Гусик плывет. Гуменечек. Ох, здоровый какой гуменник. Ух ты, бля, меня всосало тут. По самые уши. Ох, выбрался. Бьем. Бьем. Грязь залез. Сейчас его. Слышь, я уже весь мох в тебя выкидал тут.
Друзья, сегодняшний день охоты у нас закончился. Время уже второй час дня. Лед активный прекратился. Вот. Как бы неплохо они нам сегодня дали поохотиться. И вот наш результат с товарищем вдвоем. Вот гуськи, весь большой гусь. Белолобый, гуменник. Пожалуйста, отлично просто. Такой вот результат. Просто отличнейший. На улице тепло опять, опять им все. Все карты ихние, гуся, то есть ему все устраивает. Сидит сейчас на болоте. Хотя октябрь уже 8 число. Ничто его не выжимает. Ни морозы, как обычно, ни снег. Он сидит пока, выжидает погоду. Ну и нам плюс, конечно, что он здесь есть. Все. На этом и все, друзья. До новых встреч. Всем пока. Yeah.